А в годы войны из Центральной России и Украины в Тюмень были эвакуированы 29 заводов. После объединения с местными предприятиями их стало 22. На них производили снаряды, мотоциклы и аккумуляторы, запчасти для машин и танков, лекарства, обувь, одежду. Деревообрабатывающие предприятия выпускали лыжи и авиационную фанеру. Овчинно-меховая фабрика обеспечивала солдат теплыми полушубками и жилетами. Тыловики изготовили 2500 валенок, связали 3000 пар носков для бойцов нашей армии. Тюменский судостроительный завод выпустил для фронта 165 торпедных катеров. Тюменский завод «Механик», начиная с 43-го года, изготовил свыше 200 минометов. Тюменский завод номер 65 выпустил за два года свыше 600 мотоциклов. Ими были оснащены механизированные бригады двух танковых армий. Более 20 миллионов рублей было собрано тюменцами на строительство боевой техники для Красной армии. На эти средства построили эскадрильи самолетов «Тюменцы фронту», «Ишимский рабочий», самолет «Юный патриот Тюмени», «Поезд Баню», а также танки, звено боевых катеров и тысячи тонн боеприпасов.